Вот обратите внимание, что в последнее время рядом с новостями из Сирии, из Ливии, из того региона, из горячих точек, стоят сообщения из Турции. Так и в этот раз. Турецкие националисты попытались посадить американского солдата в мешок. Таким образом, они хотели отомстить за события 12-летней давности, когда в соседнем Сирии и Ираке солдаты США задержали турецких военнослужащих и надели им на голову мешки. Все случилось недалеко от военной базы в Дании. Двое молодых людей остановили американского пехотинца. Тот не ожидал, что ему придется отвечать за всю внешнюю политику США, которую критикуют не только в Турции. Наша страна погрязла в терактах. Бомбы взрываются каждый день и уносят жизни сотен людей. И в этом виновата именно ваша страна. Куда бы вы ни пришли, после остается хаос и разруха. Военному пришлось спасаться бегством, но это не спасло его, и мешок все-таки оказался на голове. А позже мстителя задержала полиция, турецкие власти, американское командование пока не комментируют этот случай.